интерес Российской Федерации в регионе Дальнего Востока, в Азиатско-Тихоокеанском регионе постоянный, и поэтому изучение международных отношений на Дальнем Востоке, особенно ключевые моменты истории, к ним, конечно, относятся и события Второй мировой войны, для нас имеют не только теоретический, но и глубоко практический характер. Знаю от Владимира Ростиславовича, что сегодня были представлены очень глубокие содержательные доклады, в том числе касающиеся проведения маньчжурской наступательной операции Красной Армии, поэтому вряд ли к этому добавлю что-то новое, лишь готов согласиться с мнением Владимира Ростиславовича о том, что маньчжурская наступательная операция заслуженно вошла в число наиболее ярких образцов воинского искусства всех времен и народов. Современная помощь Красной Армии позволила приблизить победу в освободительной антияпонской войне китайского народа и существенно уменьшить количество жертв среди мирного населения Китая. Ну и здесь уже говорилось о том, что совсем иначе распорядилась возможностями вооруженных сил высшее военно-политическое руководство Соединенных Штатов Америки и страшные трагедии для мирного населения городов Хиросимы и Нагасаки стала атомная бомбардировка, которая полностью уничтожила эти города и унесла несколько сот тысяч жизней мирных граждан. И стараясь запугать руководство Советского Союза своим военным превосходством, обладанием атомного оружия, руководство Соединенных Штатов Америки достигло прямо противоположного результата в кратчайшие сроки. Благодаря таланту советских ученых, конструкторов, инженеров, и Советский Союз стал обладать этим оружием, и таким образом был достигнут стратегический паритет, который сохранил цивилизацию от иных трагедий. Должен сказать, и вы об этом знаете, что такой значительный вклад в реализацию советского атомного проекта внесла и советская внешняя разведка, и в результате проведенной в течение нескольких лет блестящей разведной операции «Нормус», которая происходила на территории и Соединенных Штатов, и Америки, и ряда стран Европы, наши ученые и физики получили большой объем необходимой информации. Да, и к слову, в этом году, который и для службы внешней разведки России является юбилейным годом, службе исполняется 100 лет, вот в этом году распоряжением правительства двум ранее безымянным вершинам Северного Кавказа было присвоено имя двух участников вот этой разведной операции «Энормус». Это Павел Фитин, который в годы войны руководил советской разведкой, и Владимир Барковский, который в течение нескольких лет, в завершающие годы Второй мировой войны и сразу после, работал в Соединенных Штатах Америки. Кстати, позавчера мы провели такой круглый стол, телемост с нашими коллегами из Китая, с Академией общественных наук, и обсуждали также вопросы, связанные с событиями Второй мировой войны, с совершением Второй мировой войны на Дальнем Востоке. И я полностью разделяю точку зрения наших китайских коллег, которые подчеркивают и роль Советского Союза, Красной Армии в достижении мира, и аргументированно отрицают определяющее значение американских атомных бомбардировок в победе союзников над Японией. И мы, конечно, со своей стороны отдаем должное и борьбе китайского народа с японскими агрессорами. Ну и я убежден, что
дальнейшее развитие научных контактов и расширение источниковой базы, доступной исследователям, самым плодотворным образом скажется на изучении этого очень интересного и непростого периода мировой истории. Спасибо за внимание.